Тем временем состояние общественного транспорта не дает покоя не только работникам дорожных служб. Сегодня вместе с сотрудниками ДПС на дороге города вышли дружинники, чтобы проконтролировать соблюдение основных требований по безопасности. Неисправность кнопок аварийного выхода, отсутствие огнетушителей, нечитаемый госномер. Профилактическая проверка обернулась для водителей серьезными последствиями. Проверено техническое состояние автобуса, значит, обнаружено отсутствие огнетушителей, это относится к нарушениям основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, неисправность световых приборов.